Этот семейный медицинский центр работает уже 13 лет. Здесь предлагают качественное обслуживание по доступной цене сразу в двух филиалах. Представители муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» посетили клинику. Мы работаем и с детьми, и со взрослыми, осуществляем профилактику и лечение различных заболеваний. И помогаем людям быть здоровыми. Мы с удовольствием принимаем наших пациентов, они наши друзья, мы работаем на постоянных пациентов, у нас и многодетные, и льготные категории жителей обслуживаются и очень с удовольствием к нам ходят. У нас такой формат домашнего медцентра. Эта клиника принимает пациентов от рождения до совершеннолетия. Медицинскую помощь оказывают квалифицированные специалисты с использованием современного оборудования. Здесь можно пройти обследование и сдать анализы. Такое развитие стало возможным благодаря субсидиям. Предприниматели активно развивают свой бизнес, пользуются мерами поддержки Московской области. В данном случае субсидии на лизинг, модернизацию оборудования, на закупку оборудования, также на аренду помещения. Сегодня также обсудили с владельцами клиники их дальнейшее развитие, стратегию. Специалисты МКУ «Малый бизнес» оказывают предпринимателям всяческую поддержку. И благодаря помощи у частного бизнеса в Химках появляются новые возможности. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.